Здравствуйте! А сегодня мы с вами рассмотрим основную часть тренировки для коррекции веса. Основная часть состоит из 5 упражнений, которые мы будем выполнять в течение 3 кругов. 45 секунд упражнения, 15 секунд отдых. Первое упражнение – приседание с прыжком и касанием пола. Исходное положение – ноги вместе. На вдохе мы выполняем прыжок и касаемся руками пола. На выдохе возвращаемся в исходное положение. Второе упражнение – это обратное отжимание. Для этого нам нужно занять положение обратной планки, поднять таз наверх, на вдохе, сгибая локти, опускаться немножко вниз и вперед, и на выдохе возвращаться в обратное положение. Упражнение 5 – на укрепление ягодиц. Для этого мы занимаем положение лежа, ноги сгибаем в коленях и ставим на ширине таза. Руки вытягиваем вдоль тела, делаем вдох и на выдохе за счет напряжения ягодиц поднимаем таз наверх. И на вдохе снова опускаемся вниз. Четвертое упражнение – отжимание на трицепс. Исходное положение – руки на ширине плеч, ноги на коленях. На вдохе опускаемся вниз, сгибая локти вдоль тела. И на выдохе поднимаемся в исходное положение. Пятое упражнение – на укрепление мышц спины. Исходное положение – лежа на животе. Руки ладонями на пол. Делаем вдох, на выдохе поднимаем одну половину корпуса, напрягая противоположную ягодицу. И на вдохе опускаемся. Затем на выдохе поднимаем другую сторону и опускаемся вниз. А сейчас я покажу вам 2 упражнения на растяжку после тренировки. Первое упражнение – растяжка квадрицепс. Исходное положение – ноги на коленях на ширине таза. Одну ногу ставим вперед и толкаем таз по направлению к впереди стоящей ноге, так, чтобы почувствовать растяжение в передней поверхности бедра. И второе упражнение – на растяжку мышц спины. Исходное положение на 4 точках. На вдохе мы округляем спину и тянемся ей в сторону потолка. На выдохе проваливаемся вниз и тянемся животом к полу. Следите за питанием, выполняйте данный комплекс упражнений и будьте здоровы!